по программе «Продуктивной занятости и массового предпринимательства» в текущем году мы имеем возможность обучить 195 человек, и в том числе и данную категорию, дать им новую специальность. По специальностям швея, парикмахер, слесарь типа А, электромонтер, оператор ЭВМ, бухгалтерский учет. Также возможно направление на временные социальные рабочие места. В этом году планируется направить около 58 человек. На сегодняшний день на учете службы пробации состоит 158 лиц, служб без изоляции от общества. Из 158 человек на сегодняшний день 28 человек только не трудоустроены.